Друзья, всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Forever. Food and Travel. С вами любимые форевушки Елена и Владимир. Друзья, у нас новый день. Опять жара, солнышко. И мы начинаем его сегодня со столовой. Хотим показать вам самую дешевую столовую в Лазаревском. Да. Айда с нами! Айда! До столовой мы, друзья, едем на автобусе. Так быстрее. На автобусе 68 и 69. Мы примерно доедем до Донской станицы. В Азию так здорово съездили. Вообще поездка была супер. Смотрите предыдущие ролики. Мы там все показываем, рассказываем. В общем, очень-очень нам понравилось. Конечно же, можно съездить на один день, отдохнуть, посмотреть красоты. Но насчет, вот, допустим, жить, отдыхать, я не знаю. Там пока пляжи не достроены. Там после шторма века еще идет реконструкция. Ну, возможно, все восстановят. Но это только в Гаграх. Мы уже там не были. Мы были в Гаграх, мы были на озере Рица, мы были на Голубом озере. Много где были. Нас свозили на водопады, на Молочный. Еще забыла какой-то водопадный какой-то. Ну, в общем, смотрите все в роликах. Но было круто, было классно. И спасибо всем огромное за поддержку. Вы у нас большие молодцы. В общем... Ну, мы стараемся. Мы стараемся для вас. Смотрите наши ролики. Я думаю, они будут интересные и полезные. Угу. Мы доехали до Семейного. И идем по Колораж. Сейчас я вам покажу. В общем, Семейный заканчивается, агрокомплекс будет, магазин, Донская станица, кафетерий. Адреса не знаем, но сейчас покажем, куда надо будет свернуть. В общем, столовая находится на станции техобслуживания, СТО, так и называется. Мы вышли к рынку Тащан и К. Сельскохозяйственный, режим работы с 7 утра до 8 вечера. Сочи, поселок Лазаревская, Колораж 64/14. Здесь продают овощи, фрукты, цветы, рассаду. В общем, здесь есть все. Мороженое можно приобрести, швабры, веники. Но нам это не надо. Здесь уже свежие абрикосы по 350 рублей. А это что такое? Это такая... Мушмула 1200. И за 900 мушмула. Слива по 600 рублей. Виноград 550. Причем мы такой же вроде брали за 120 в магните. Походит. Клубника стоит 170 рублей. Только непонятно, за планшетку или за килограмм. За килограмм. За килограмм? Что? Вот это. Или это за лукошко 170. За корзинку. За корзинку 170. А вообще 450 килограмм. Это дыни, да? Это дыни. Дыни 250, ну, за килограмм, понятно. Мандарины. Манго. Влог ведете? Да, идем в влог. Показываем ваши цены лазаревские. Что есть, уже много фруктов. Яблоки. А вот эта, кстати, вкусная штука. Унаби мы пробовали. 350 рублей. Угу. Походит что-то там между яблочком, грушей. Витамины содержит. Калий, фосфор, магний, кальций, цинк, очень железо. И применяется при заболеваниях. Ставьте на паузу, смотрите. Но мы пробовали, нам понравилось. Ну все, мы идем дальше в столовую. Нам пока ничего не надо. Пришли, там турецкие товары продают, продают специи. Нам сегодня пока не надо. Мы за ними чуть позже придем, обязательно придем. А сейчас мы встречаемся с друзьями. Ну и пойдем в нашу любимую столовую, дешевую. Вышли мы к Донской станице, с заднего края. Наши друзья вот уже нас ждут. Все. Идем. Рынок Тащан мы проходим мимо и идем дальше. Здесь вот есть домовой, фабрика мебели, монтаж, двери. Все это мы проходим. Улица Колораж.
деревья новые посадили. Будет тенечек, будет здесь вообще классно ходить. Потому что вот идешь, солнце вот сейчас на тебя просто светит, палит, очень жарко. Хоть и май месяц. Летом, наверное, вообще невозможно. Так что деревья будут расти, и будет тенечек. Будет такая теневая как бы зона здесь. Все вот эти вот магазины мы проходим мимо. Нам, в принципе, здесь ничего не надо. Мы ищем СТО. Столовая СТО принимает, по-моему, переводы и наличку. А по карте там вроде бы нету оплаты. Но это не точно. Мы сейчас идем, все проверим. По крайней мере, знаем, что вот в Пингвине точно только наличка, даже переводов не принимают. И вот в этой столовой тоже, по-моему, только наличка. Мы доходим вот до такого магазина мебель Арарат. И вот здесь вход на СТО. Прямо крупно написано, три буквы, СТО. И мы заходим прямо вовнутрь этого предприятия. Да, машина такая, я вам показываю, смотрите. Волга-лимузин. Вот ничего себе. Сфотографироваться тебе надо с такой машиной. Ну, здесь пункт технического осмотра. Все, идем. Заходим в ворота. Там вот справа у вас будут автобусы, дети желтые. Вот машин всегда много. Оформление документов на техосмотр. И вот здесь слева есть лесенка. Такая потайная лесенка. Пойдемте. Поднимаемся и идем до конца. Вид такой на горы здесь. Поднялись, такой балкончик. Можно любоваться горами. Пахнет уже вкусно. Как пахнет домашней кухней. И заходим. Друзья, цены. Вот 200 рублей. 200 рублей первое блюдо борщ со сметаной. Вторые блюда, ну, сами читаете, котлеты рубленые из курицы, из свинины, из говядины. И есть комплекс за 230. Здесь побольше выбора. Гарниры, компотик, хлеб 5 штук. Комплексные обеды с 5 октября 2023 года. Цена не меняется. Все, берем теперь два комплекса. Первый. Друзья выбирают второй. Сейчас выберем, все покажем. Купаемся, да. Сегодня сейчас пойдем купаться. Покажем. Что-то салфеточки, да, у вас? Есть салфеточки, трубочки. Кому надо зажигалку. Хочу кофе, то надо позвонить, наверное, в колокольчик. Булочки. В общем, еще раз вам покажу меню. Смотрите. Нам уже вот готовят там. Ну, а мы идем занимать столик. Взяты такие вот столики. На столиках томатная паста, вернее, томатный кетчуп, хрен. Перец, соль. Ну, все как обычно. А, хрен. Хрен, горчица, томатный кетчуп. И телевизор. Да. Спасибо большое. Нет, вот видите, ложки, вилки нам все принесли, компотик принесли. Друзья, обслуживание здесь на высшем уровне. Принесли сразу и второе, и борщ. Ребят, суп лапша, рассольник, хлеба целая корзинка, компотик от бабушки. Ну, не совсем от той. Котлету из курицы, либо свинины с говядины, пюре, либо макароны, либо гречку. Салатик дают. Очень тоже все вкусно. Борщ вот доедаем, тоже очень-очень вкусный, по-домашнему сделанный. И компот сегодня просто такой убойный, классный. Всем приятного аппетита! Я наелись как тузики. Очень вкусно кормят в этой столовой.
Спасибо всем девчатам, которые обслуживают. Обслуживание просто на ура. В общем, все классно, все супер. А мы сейчас идем с вами на море. Айда с нами. Айда с нами. У нас новый пляж. Мы решили прогуляться немного пешком. Так скажем, калории растрясти. Да. Зайдем сейчас еще на рынок Тащан. Посмотрим специи, посмотрим турецкие товары. До рынка Тащан буквально идти 2-3 минуты от столовой СТО. И еще решили зайти в кулинарию Донская станица. Здесь вот вход с улицы Колораж. Фонтанчик есть. Нам кушать не хочется, мы просто хотим хлебушка купить. Фонтан вот такой красивый. Пойдемте в кулинарию Донская станица. Есть выпечка, самса с мясом 140, самса с курицей 130, сосиски в тесте 65, пирожок с курицей, грибами 95, симит какой-то 45 рублей одна штука. Ну, смотрите сами. Пирожок с капустой 40 рублей и с картофелем печеным тоже 40 рублей. Тут еще делают пури, называется грузинский хлеб. Маленькие лепешки 25 и большие 60. Еще лаваш узбекский с семечками, с кунжутом 60 рублей. О, смотри, какая новая выпечка с кунжутом. Надо попробовать, кстати. Из баранины 270 рублей за 100 грамм. Куриное бедро 159 рублей за 100 грамм. Куриная грудка на мангале 189 рублей за 100 грамм. Шашлык из свиной корейки 189 рублей за 100 грамм. Шашлык из свиной шеи 199 за 100 грамм. Вот такие цены. Люля из телятины 195 рублей за 100 грамм. Люля куриный с сыром 169 100 грамм. Люля куриный 159 100 грамм. Картофель на мангале. Шампиньоны на мангале 100 грамм 120 рублей. Стейк лосося на мангале 330 рублей 100 грамм. Форель на мангале 259 рублей 100 грамм. В общем, цены смотрите сами. Куриная ножка по-пекински, не утка, а ножка, 132 рубля за 100 грамм. Выглядит очень красиво. Все аппетитно выглядит, все вкусно, наверное. Но мы сейчас наелись, нам уже ничего не хочется. Рулет куриный 185 рублей за 100 грамм. Креветки по-тайски 190 рублей 100 грамм. Выглядят очень аппетитно креветочки. Наверное, как в Тае, да, в Таиланде. Картофельные шарики с курицей и грибами 100 грамм 89 рублей. Тут, в общем, цены за 100 грамм. Вот это, кстати, одна штука 170. Хачапури на мангале. О, надо вот такое попробовать. Хачапури, это, наверное, с сыром. 170 рублей одна штука. Давай одну возьмем. Вот такая мини. Нарта 190 рублей одна штука. Хачапури по-аджарски. Кутабу 150 рублей одна штука. Выпечка, плов. Я вам быстро покажу. Макароны, гречка. Котлеты разные. Если что, ставьте на паузу и смотрите. Просто играет громкая музыка, поэтому не очень удобно вам снимать. Вот такие цены. У нас сегодня такой кулинарный, можно сказать, будет влог. Ну, сейчас скоро на море с вами идем. Друзья, закупились в кулинарии Донская станица на 265 рублей. Но взяли в основном один хлеб. Взяли хачапури одну попробовать с сыром на мангале. Первый раз такую вообще увидели. Потом покажем вам. Взяли пури маленький, две штучки. И взяли новый какой-то хлеб. Сказали, тоже турецкий, с кунжутом. Все. А сейчас мы с вами идем турецкий магазин зайдем. Самые низкие цены. Вода, чай, кофе, свежий помол, кофе, специи, пряности. Торговый дом Ватан называется. Смотрите, есть приправа, лента 10 в одном, всего за 50 рублей. Легенды Абхазии за 100 рублей. Такие вот приправы для борща. Приправа нежная, радужная. Разные конфеты здесь. Хуторок. Типа вафельных. Мы, кстати, вот такие брали. Вафельки очень вкусные. Галантные, на фруктозе называются.
Очень много орехов. Орехи по разным ценам. Миндаль, грецкие орехи, семечки тыквенные, 550 рублей килограмм. Также здесь есть зефиры, масло хлопковое. Вообще первый раз такое вижу. Баночка кукурузная. Халва различная. Буду вам медленно показывать. Есть чурчхела, кстати, запакованная. 200 рублей. Вообще дешево. Макадамия стоит 700 рублей. Крупненькая, кстати. Крупненькая, хорошая, да. Любим макадамию. Сладости грецкие. Пахлава. Фисташки. Так, одним кадром вам покажу. Много-много-много всего. Глаза разбегаются. Фундук шоколада глазури. Ну, а, кстати, в Перми такие тоже сейчас есть. В дарах Востока. Ассортимент просто огромный в этом магазине. Семена кунжута. Разные крупы. Пшено, рис. Тоже вот эти сладости. Маш, бобы, Узбекистан. 177 рублей. Пишмания называется, ваниль, коробка. Пишмания. Так, вот. Смотрите, что есть. Нам, наверное, сегодня ничего пока не надо. Если что, то потом еще зайдем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Много сладостей. Водичка. Тело натуральное, 99 рублей. Есть и виноградное, есть и гранатовое с грецким орехом. 99 рублей. Здесь самое настоящее, хорошее, натуральное чурчхелла. Ребята, видели еще у них мороженое пятигорское. 55 рублей, 5 копеек. Давно хотели. Смотрите, какая цена интересная. 55 рублей и 5 копеек. Пломбир. 90 грамм. Пятигорск. Ну, жирность. Сливочная, да? Сколько жирности? Там это непонятно. Непонятно. Ну, возьмем, попробуем. 12. 12. Сейчас пломбир почему-то идет 12, хотя должен быть 18 по ГОСТу. Чего нет? Ну, вот желейный, фруктовый, вот такой вот. В шоколаде 139 рублей. А есть мармелад ассорти. Просто. Азовская фабрика. Это вот такой шоколад. Называется женский протест. Мужской закон. Никакого футбола. Цена 780 рублей за килограмм. Ассорти такое. Кстати, вот эти конфетки очень вкусные. Называется слаще поцелуя. Шексна. Сейчас проверим. Назад видела вот такие подушечки. Только здесь есть. Ну все, мы уходим. Мы купили еще мороженое пятигорское. Вот такое. Очень жарко. Сейчас будем наслаждаться пятигорским мороженым. Давайте заглянем в 28-й павильон. Просто заглянем. Очень много специй. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, покажем вам специи. Аджика, вот такой аромат. Вообще. Аджика. Пиновая для борща, ароматная. Аромат передать не могу. Ну, в общем, все есть. Мы с вами сюда потом зайдем. Что-то закупим. Соль, аджика. Пятьдесят рублей сейчас стали стоить. Один такой вот кубик на чайник. Целый чайник заваривается. Идите в этот павильон 28. Здесь очень вкусные специи. Но мы сюда обязательно зайдем, закупимся потом домой. А сейчас мы идем на пляж с мороженым. Вот, набрали всяких вкусняшек. Мы подошли к памятнику, к мемориалу. Называется «Боевой путь». Самолет. 41-45. Показываем, вот такие клумбы высадили. Подстригли. Это, по-моему, лаврушка у них.
Кстати, мороженое очень вкусное. Пятигорское. Пятигорское – это фирма. Хоть и 12% жирность, но очень вкусное, как в детстве пломбир. Мы по Колораж сейчас с вами дойдем до улицы Лазарева. Наверное, встретимся уже в КФС. Мы проходим мимо Гранд Отель Прибой. И здесь, смотрите, стройка. Отстроили новые павильоны. Пока непонятно, что здесь будет, но будет что-то интересное. Скорее всего, что магазинчики, бутики, кафе, возможно. Вот за стеклянным забором у них что-то. Мне кажется, тут будет типа столовой. В этом году откроют, нет, не знаю. Там, кстати, у них, по-моему, бассейн на территории. Возможно, даже будет, знаете, и кафе, и бассейн. А может, это от Прибоя строят. В общем, пишите в комментариях, кто знает, что здесь построили с бассейном. Отель вот. Это сейчас 4 звезды. Бассейн отстроили, так может быть и 5 звезд будет. Или 6. Горячую воду дадут, так точно 6 звезд будет. Сейчас пойдем в тени деревьев. А то по жаре, по солнышку идти очень жарко. Все спрашивают, рыбный магазин. Вот он, рыбный вкусный магазин. Рыба. Во, написано. Вот там большой ассортимент рыбы. Вяленая, холодного, горячего копчения в маринаде. Свежее мороженое, живые раки, розница и оп. Адрес здесь вот не написан. Но он находится ровно. Вот магнит экстра напротив. Просто переходите дорогу по пешеходному переходу. И вот он, магазин рыба. Тут же перекресток, улица Аэродромная. Мы сейчас свернем на улицу Аэродромной. Кстати, вот здесь вот рядом дом Колораша 60. Возможно, что это Колораша 62. Но это не точно. Ну, в общем, ориентируйтесь. А мы сейчас пойдем по улице Аэродромной. И тень там идти просто прекрасно. А вот где солнце яркое, там просто жесть. Поэтому хочется уже поскорее дойти до моря и окунуться, как вы говорите, в холодное море. В прохладное. Ледяное. В ледяное. Еще нам многие пишут, что мы очень много ходим. Да, друзья, мы очень любим ходить, гулять. И в конце дня у нас на часах где-то до 30 тысяч шагов. 6Б, домашняя кухня, столовая. Я думаю, тоже скоро откроется. Мушмула наверху вот там созревает. Буквально еще 2-3 дня она будет очень желтая и спелая. Вот такими улицами, которые в тени находятся, очень хорошо ходить. Покажу еще один куст красивый. Кому-то нравится смотреть кусты, да? Мы вот тоже любим смотреть кусты. А кому-то не нравится. Все, мы сейчас вышли на улицу Говорова и идем по улице Говорова к улице Лазарева. Друзья, черешня уже почти созрела. Видно вам, не видно? Она есть. И она уже красная, спелая. По улице Победы мы вышли с вами к перекрестку, где улица Победы сливается с улицей Лазарева. И дальше наш путь пойдет уже по улице Лазарева. Оно же Сочинское шоссе. Вот выходим к Ростиксу, он же КФС. Там где-то Ростикс написано, где-то КФС. Сейчас дорогу перейдем и пойдем в сторону пляжей. Мы перешли мост через река Псезопсе. И сейчас направляемся по Сочинскому шоссе. Прямо пойдем до пляжей Одиссея и Касабланка. Посмотрим, как изменились пляжи после шторма века. Очень такое шумное, большое движение на шоссе. Очень много машин. А здесь, кстати, растет где-то элеутерокок. Мы вам его показывали. Если увидим, то покажем. Вот гостевой дом смотрим. Там на втором этаже лежаки. И вроде даже там бассейн. Напишите, кто отдыхал в этом доме.
как называется, не знаю, потому что названий нет. И адреса тоже не видим. Написано «Свободное место». Проходим пешеходный мост. Машины несутся, а мы идем пешком. Мы идем примерно 20-25 минут. Ну, это от центра. Нам осталось идти буквально еще минуток 5. Природа очень красивая. Когда машин нет, тишина. Вообще очень хорошо даже. Растения разные. Вот мы дошли до пляжа Касабланка и Одиссея. Сейчас спускаемся вниз. Смотрите, что-то цветет такое необычное. Вот это вот цветет гранат. Ой, ящерка. Смотрите, какая ящерка побежала. Видно вам? Зеленая, красивая. Страшненькая. Красавица. Зелененькая. Вот что вот это цветет, подскажите. Вот там вообще прикольно. Да, прикольно. Кстати, такой аромат, и там очень много пчел. А вот это вот, по-моему, персик был. Да, друзья, вот это вот персики. Пляж Одиссея вот такие флаги повесили, чтобы не проходили мимо. А вот на этом дереве уже формируются... Нет, это, наверное, знаете, ребята, не персики, это айва. Айва, я вспомнила. Она будет желтая в октябре месяце. Сейчас она такая зелено-красная. А вот что там вот за дерево, вообще непонятно. Приблизить не могу этой камерой. Очень интересно. Это айва, Вова. Ой, а там куст спиреи, по-моему. Смотрите, какой белый. Бабочка белая летает. Очень красиво. Ой, бабочка до нас долетела. И вот там тоже что-то цветет. Аромат такой сладкий-сладкий. Все цветет. Очень красиво. Это гранатовый куст, да, огромный. Друзья, пляж Касабланка. Отстроили. Лавочка на месте. Пляж вот здесь вот выдают, наверное, пляжное что-то, когда работает. Вон бунгало уже. Все восстановили, все классно. Сам пляж. Мы идем по дорожкам белым к морю. Море сегодня такое голубое-голубое. Дорожки, бунгало. А мы тоже как дикари вот так же будем на галечке. Здесь все дорого-богато. О, гамаки сделали, ничего себе. Целый ряд гамаков, лежаков. Ничего себе, заняли пляж полностью. Вот здесь, кстати... Когда мы в октябре были, вообще ни одного лежака не было. Так, а мы вот там пойдем. Устроимся вот там. Между пляжами. Детские качели. Карусели сделали для детей. Вот такие вот бунгало со столиком. Провели электричество. В общем, все восстановили. Не переживайте, приезжайте. Будете отдыхать. Ну, а мы на гальках. Все как обычно. Здесь пляж Одиссея. САП 800 рублей. А катамаран сколько у вас? 2000. 2000 на четверых это получится? Да. На четверых 2000. Час это, не полчаса, а час. Ну, ага, час 2000. Ну, сейчас расположимся, подумаем. Все, узнали. 800 рублей час САП и 2000 стоит катамаран на четверых. Ну, можете и вдвоем, конечно, за 2000. У нас четверо. Ноги не ломай.
мы, конечно же, здесь пройдемся с вами по белым вот таким тропиночкам деревянным, что очень удобно, потому что галька ужасная на этих пляжах. Она просто квадратная, кирпичная, просто никакая. Вова идет там сзади меня, догоняет. Идем. Покажу вам пляж Одиссей. Так выглядит. На сапах, кстати, учат бесплатно кататься. В общем, мы прошли весь пляж Касабланка. Там и гамаки, и лежаки, и бунгало, и катамараны. В общем, все там есть. Здесь на пляже Одиссея тоже все есть. Но у нас недорого, богато. У нас вот тут пляж пустой, с такой галечкой. И мы расположились сегодня вот так. Как-то так. Рядышком. С нами сегодня друзья отдыхают. В общем, у нас сегодня такой пляжный опять отдых будет с вами. Сейчас будем купаться. Смотрите, какая водичка сегодня прекрасная. Просто чистейшая, прекрасная. Прям такая же, как в Абхазии. Лена полезла в воду. Прям незамедлительно, как только переоделась. И кайфует там, сидит. Пляжно-купальный. Да, после вчерашнего заезда по всей Абхазии сегодня можно и расслабиться. Сегодня надо плавать. Да-да-да. Сегодня будем отдыхать. Еще классно. Угу. Папа, приезжайте в мае. Мае самое чистое море. Самый балдеж. Самый балдеж. Ледяное, правда. Для некоторых, да. Ну нет, главное лед вот так вот. Продолбить, да. И тогда можно плавать. И в свободной воде можно купаться. Кайфуем, плескаемся, отдыхаем, загораем. А? Наслаждаемся отдыхом. В общем, балдеем. Угу. Вот такой кайф. Сегодня водичка еще теплее. Угу. Эти. Отдыхающий подогревает потихоньку ее. Отдыхающие прибывают с каждым днем. Угу. С каждым днем все больше и больше народу. Угу. Лед. Вода, лед. Жидкий лед. Настя раздолбила весь лед вокруг и на подушке плавает. А, вот да. Лена у меня тоже вон на такой этой надувной, как это называется? Это у нас от гамака осталось. От гамака такой валик остался, да. Ну, пока не сдулся, можно на него. Да, мне кажется, он хороший должен быть. Ну да, он пока что держит, хороший. Да, держит. Вот. До Турции и обратно. Да, да, да. Класс. Серега еще думает, заходить его или нет. Весь в размышлениях. Да, вот такой вот. Старый пирс тут какой-то. Это пляж Касабланка, ребята. Приезжайте, ребята, купаться. Угу. Мы море согрели. Да, как могли, так и грели. Сердечки наши. Да нормально, можно сидеть в воде, ничего страшного. Не простынешь. Можно так лежать просто часами. Да, да. Я расскажу, что
не знаю, ребятам вроде не моржи, но им тоже нравится. Вон сидят, балдеют в воде, так-то сразу бы выскочили. Но, а нам вообще по кайфу, нравится. Так что приезжайте и балдейте, чисто море. В июне такого уже не будет, но будет погрязней. Лёх-лёх-лёх. Сегодня проводим весь день, можно сказать, на пляже Одиссея и Касабланка. Ну, Касабланка, она там дальше. Если на Касабланке еще немного есть народу, то на Одиссее буквально 3-4-5 человек максимум. Вообще пустой пляж. Видимо, отдыхающих еще мало в пансионате Одиссея. Ну, а мы сегодня купаемся. Купаемся. О, читают комментарии, ребята. Некоторые пишут такие комментарии, мы просто вот угораем. Зазвездились, все такое, что у нас тут друзья появились, потому что у нас деньги есть. Вот тут, ребята, такая чушь, реально. Просто сидим, вот угораем, сейчас читаем. Мы не зазвездились, просто мы приехали отдыхать, сами понимаете, мы купаемся. Купаемся, отдыхаем. Такая погода солнечная, прекрасная. Естественно, вечером у нас будет немножко времени. Мы поотвечаем на ваши комментарии, почитаем. Все, кто пишет всякие гадости, естественно, мы забаним. Даже можете не пытаться там не писать ничего. Ну, можете писать, ладно, пусть развивается наш канал. Все равно вы пойдете в бан. Просто некоторые пишут, ну, реально, вот, реально гадости, оскорбления пишут. Вот. Ну, а у нас... нормальные, хорошие подписчики. Мы всем рады подписчикам новым. Особенно рады, что вы нам ставите вот такие лайкосики. Пишите нам комментарии. Хорошие комментарии. На все хорошие комментарии мы стараемся ответить. Отвечаем на ваши вопросы. Очень многие спрашивают про цены. Ну, про цены мы вам точно не скажем. Мы можем показать только, когда ценники есть там, допустим, на рынках, в магазинах где-то. Может, что-то можем спросить. А так цены здесь договорные. Допустим, ездили мы в Абхазию. В Абхазии, ребята, цена договорная. Там то надо есть... с самим оператором договариваться, либо с частником с каким-то. Их очень много вообще везде. Здесь очень много, и здесь все можно поселки. Договориться на любую цену, на любую экскурсию, на все то, что вы захотите. Я думаю, что мы выбрали самого лучшего. Мы выбрали для себя самого лучшего. Да, это для нас. Да, это для нас лично. Может быть, вам не понравится, не знаю как. Ну, смотрите ролики. Кстати, про Абхазию ролики мы уже выпустили. Я думаю, многие посмотрели. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось вам наше путешествие. Подробнее будут попозже. Мы, конечно, посмотрели не всю Абхазию. Возможно, мы съездим туда еще раз. Нам понравилось то, что там не было на границе много народу. Мы прошли границу и туда, и обратно без очереди. Вообще как бы граница была пустая. Вот, машин было мало, автобусов вообще не было. Вот, ну и мы быстренько-быстренько прошли. Вот, чего мы переживали, то, что мы уже ехали не так рано утром, не в 5, не в 6 утра. Мы туда приехали часов, по-моему, в 8, да? Нет. Нет, около 9, полдевятого где-то мы приехали. Да. Полдевятого было, в общем, как раз самое то. Прошли границу и, в общем, попутешествовали там, где мы именно захотели. Именно те места, которые мы хотели увидеть, мы увидели. Попробовали... Красота Абхазии, ребята, это огонь вообще. Да, попробовали вкусняшек, попробовали булочки, выпечку очень вкусная. Ну, в ресторане у нас просто, во-первых, не было времени посидеть. Во-вторых, там цены, конечно, ого-го. Вот, абхазский ресторанчик вот этот. Но зато мы по мосту прошлись, мы прогулялись, мы хотели, мы мечтали. Наша мечта сбылась. Вот. Ну, а сегодня такое видео. У нас пляжный отдых. Отдыхаем, загораем, ну и купаемся. Море, кстати, совсем уже не холодное. Море уже достаточно теплое. Можно очень даже долго сидеть в море, поэтому мы сидим сегодня чаще в море, ну и немножко загораем. Всем желаем тоже приятного отдыха. Давайте я вам покажу море. Волна немного поднимается, но волна такая прозрачная, чистая. Море шикарное просто сегодня. И мы с друзьями сегодня здесь одни на этом пляже. Ну, как бы, как сказать, одни. На пляже Касабланка там тоже народ есть, но там бунгало надо заказывать, там за лежаки надо платить, сапы, ну, там, в общем, все платно.
Вот. Ну а здесь вот мы устроились на этом пляже. Можно сказать, вот бесплатно. Галечка здесь, кстати, такая грязноватая. Тут трактором все разровняли, пляж разравненный. Трактором его равняли после шторма. Ну, все почищено, все аккуратненько, все замечательно. Так что тоже приезжайте, загорайте, купайтесь, отдыхайте и наслаждайтесь. Парусник вот сегодня. Здесь рядом спорт-пляж. Тоже занимаются люди. Сейчас времени уже 3 часа дня. Думаем, еще часик посидим, будем собираться домой. И потом вечером тоже пойдем, скорее всего, что смотреть закат. Но это уже будет где-то в центральной части Лазаревского. Ну, а сейчас я вам показываю пляж Одиссея. Сапы берут люди. 800 рублей стоит 1 час. Тоже можно научиться, в принципе. Ну, так вот, хотя бы сидя. А мы сегодня, знаете, что пьем? Мы сегодня пьем вот такой квас. Староминский. Без консервантов. 1,5 литра. Очень-очень вкусный. Натурального брожения. В общем, взяли, уже половинку выпили. Уже маленько, конечно, у нас нагрелся, потому что солнышко сегодня греет. Но очень вкусно. Мы сегодня замечательно отдохнули на пляже Одиссея. Мусор весь за собой убираем. Видите, как чистенько все оставляем за собой. Все. Идемте в сторону дома. Мы пешочком. Пляж почти пустой. Буквально пара-тройка отдыхающих из санатория. Галька на этом пляже, еще раз повторим, очень-очень такая корявая какая-то. В общем, по ней ходить очень неудобно. Поэтому здесь и стелят, наверное, вот эти трапики. Мы больше любим ходить, конечно, по галечке. По чистой, по ровной, которая находится на пляжах вот Фламинго, на центральном пляже. Здесь есть переодевалки, здесь есть пункт спасательный, есть переодевалка вот такая. Бунгало, там, кстати, еще не сделали лежачки, но уже вот такие тряпочки есть. Что здесь еще на пляже? Есть вот такие с диванами, с креслами. Есть кафешечка. Здесь наверху тоже вот такие лежаки. Бассейн не работает пока. Музыка громко играет. Очень много цветов, пальм. Очень много цветов. Сейчас покажу вам поближе. Здесь кафе с музыкой. Необычные цветочки. И сейчас еще покажу целые клумбы цветов. Здесь есть градусник. Давайте сейчас посмотрим, сколько температура воздуха. Смотрите, какие клумбы. Ой, такой аромат. Уже распустились. У нас, по-моему, осенью только распускаются вот эти цветочки. А здесь они, смотрите, уже расцвели. Клумба вот такая. Ну что, показывает градусник. Я вам сейчас покажу, сколько. 30 градусов. Верите, не верите, но на солнышке. 30-ка. 30. Ну, тут тенечек уже, да. Вот такие красивые здесь клумбы. Диваны, кресла, столики. Можно лежать, да, отдыхать. Пляж Одиссея. В этот раз посетили мы и пляж Одиссея, и прошлись немного по Касабланке. Очень жарко, честно, очень жарко. Мы идем домой, принимаем душ, и вечером у нас будет еще одна прогулочка.
Пляж Одиссея. Пока-пока. Живая музыка, рояль с 18 до 8 каждую среду, пятницу, воскресенье. Саксофон. Лобби-бар. И вот здесь цены, смотрите. Есть шезлонг на день, зона А, Б, 600 рублей. Комплект 2 шезлонга и зон 1000 рублей. А это на день, да, цены? Да. Это на день цены. Абонемент. Угу. Абонемент на бунгало на 2 человека 3000 на день. Семейная 5500 есть. И детская зона. Час, 2 часа, 3 часа. Угу. На пляже также есть продажа вот таких вот тапочек, если вы забыли вдруг дома. Там вот есть бассейны детские. Есть пледики или полотенца. В общем, все есть. Есть даже крема защита от солнца и детская. Все можно приобрести. Хочу показать еще вот такие цветы. Мы вчера в Абхазии тоже их видели. Вот так вот трясли. И был, да, и был снег белый. Как они называются? Сейчас Вова посмотрит. Такие бахромистые. Смотрится, знаете, как невеста. Вот там еще один такой куст. Дейция. Как? Дейция. 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 И семейство гортензий. Одну дорогу, наверное, снимать не будем. В общем, идем домой, купаться, отдыхать. И вечером на закат идем на море. Ну и давайте... Сегодня мы с вами уже попрощаемся. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Спасибо вам за поддержку. Ну и всем мирного неба, такого чистого, как сегодня. Хорошей погоды. Хорошей погоды, замечательных друзей. И всем здоровья, всем удачи. Всем пока.